Накануне в Засвияжском районе Ульяновска прошел сход граждан с представителями разных партий. Основные проблемы, волнующие жителей – некачественный вывоз мусора и завышенные тарифы регоператоров. В законодательном собрании негодование жителей о повышении тарифа поддерживают. В течение 2 недель весь мусор, который складируется около контейнерных площадок, он должен быть вывезен не за счет жителей, а за счет, соответственно, внутренних ресурсов операторов. Оставленный после субботников мусор, неубранные контейнеры, жалобы поступают не только от жителей Засвияжья. На прошедшем аппаратном совещании Сергей Морозов поручил до 1 июня вывести весь мусор. По информации регионального министерства природы и цикличной экономики, отходы после субботников ликвидированы на 75%, ликвидировано больше 200 навалов. Также депутаты настаивают на замене контейнеров и обустройстве контейнерных площадок. Прокуратурой уже выписано 2 предписания регоператорам. Если регоператоры накопят 4 предписания, то они могут лишиться лицензии. Говорится, что у нас самый высокий тариф в Ульяновской области по сравнению с другими регионами. Это полное тоже вранье. Значит, в среднем по стране тариф человека 120 рублей. Здесь, в нашем регионе, с помощью Сергея Ивановича Морозова, с нашей комплексной работой общественности, тариф уже снижен до 98-97 рублей человека. Но мы считаем, что это не предел. Представители муниципальной власти заверяют ульяновцев, что весь мусор будет вывезен до 1 июня. Анна Тищенко, новости «Ульяновской правды».